Ілля Лагутенко повторив подвиг Магеллана. Музикант «Енд Ко» оплили усю земну кулю. Подорож на барці «Седов» розпочалася трохи більше року тому. Жили в абсолютно нелюксових умовах. Лише дерев'яні ліжка та стільці. І тепер, після сходження на берег, Ілля точно знає... Які на вкус морські їжі? Делікатес. Делікатес. Но морські огурці... Еще вкуснее. На что похоже? Ни на что не похоже. Было бы на что-то похоже, не брали бы так. О боже, Ілля, мабуть, тебе цим тільки і годували. Який жах. Які самые интересные порты, в которых останавливались, и что вы там делали? Делают в портах всегда одно и то же. Сходят на берег, идут знакомиться с местными достопримечательностями. Познают местную гастрономию, смотрят на сувениры, пытаются... что-то забрать с собой, и каждый раз пытаются остаться на берегу, потому что кажется, что это место самое лучшее. Какой сувенир привезли? Привозить сувениры из путешествия – это означает больше уже никогда не отправиться в дальнейшее путешествие, потому что сувениры будут держать тебя на берегу как якорь. Поэтому на сувениры можно посмотреть, улыбнуться и оставить их пешеходным туристам. Під час подорожі Ілля позбавив себе практично усіх благ цивілізації. Достатньо смілий експеримент – провести стільки часу без телефону, без інтернету. Як ви чувствовали себе? Возможно, інформаційний шум як-то нівелювався. Це замечательне время, повірте мені. Знать, що ніхто тебе не буде розыскивати, і що ти нікому не можеш позвонити, тому що немає зв'язку. Ти становишся настільки далек від... казалось бы, таких важных вещей, которые происходят на берегу, вот, и они сразу становятся уже не такими важными. Відсутність благ цивілізації не заважала їм працювати, записувати альбом «Сос матросу». Ілля, во время путешествия вы еще и записывали альбом. Как выглядел распорядок дня? Утром вы встаете, завтрак, потому что в студии запирались. Все зависит от многих факторов, в том числе природных. Вот. Но, несмотря на мои сомнения, что я смогу выполнить свое обещание, я его выполняю. И 25 августа вы сможете им уже обладать полностью. В шторм попадали? Было ли страшно на корабле? Это такая штука, от которой вроде ты никогда не застрахован, но многие люди понимают, что, как говорится, у страха глаза велики, да, на самом деле... все действует совершенно по-иному. В нашем случае таблетки от качки так и остались лежать в тумбочке. А ще музиканти зняли документалку про свої подорожі. 40-хвилинне кіно покажуть на початку наступного року.